Здається, укроп. Могло бути, сельодки, типу, каже, лучше поставити. Що в нього написано? Це він, блядь. Куди він пішов? Іди на стоянку. Сука, це цей лох. Ну, не вийде подивитися. Ні, похожий, ну, може, звісно, і не вийде. Блін, а якщо б він? Зайчика, проїду, блядь. Я щось минуту потеряю. Ти морда не дуже святий, не гажу. Так потихеньку дійсно. Маз, дивись чорну. Номера вичі. Номера вичі всі забігли. Ну, чорну машину, Мазду. Баришні якийсь приїхав бус. Зараз, Юрчик, зараз. 0624. Чорна Мазда. Да. 0624. Мазда 6. Да. Хорошо, а Артём, о, блядь, кобру, слышишь, Артём возле кобры, короче. Я звоню Артёму, хай сюда прилетает кобра. Окей. Да, Артёмка, да. ВЧ-0624. Да, номера, возможно, да, на чёрном форне, возможно, наклеены. Чорна Мазда, чорно-темного цвіта. Шестерка. До них під'їхав якийсь бус. До них під'їхав якийсь бус, коротше. Вони когось визванюють. Там немає людей, але вони визванюються, бус якийсь стоїть. Да, Юр. Алло. Кобра, коротше, виїжджає. Артем сказав, кобра виїжджає. Ну просто що їм розказувати всю правду, або як це все відбувається? Під мостом вони тупо стоять під мостом. Да, в сторону центру. Ну, машина розвернута лицем в сторону тебе, ну, типа, як їдеш напротив. Ну, навстрічки, ну, під самим мостом, поняв? Вони заїхали туди, як на стоянку. Не на проїжджій частці. Коля теж тулить, я сказав, він щось би їхати. Точно ця машина? Ох, я розумію. Опа, тихо. Блядь, назад хтось сів. Зайчик, чуть-чуть окошко прикрив. Вверх? Да. Він. Це вони. Алло? Да. Блін, ну давайте швидше, тому що бус уїжджає. Я не знаю, він до них чи ні. В машині, коротше, вийшов цей чорт вчорашній, 100%, без форми, просто по гражданні. Очень швидко, тому що якщо почне їхати, я не вспів, блін, за ними. Бля, опять виходить з машини він. Да, розказувати все кобрі, як є. Відео є, блядь, все, короче, це вони. Ти його узнаєш теж. Тільки ж ти дивись, не пались, хай кобра сама підходить. Хай задержує, поки задержує, старається задержати, а там будемо дивитися. Провіряють документи, хай обов'язково обратять увагу на удостоверення. Поняв, провірять оце все. Чого вони по гражданці? Куди він їде, дивись.
Да, сейчас Мазда это куда-то уезжает. Бус уехал уже только что. Что-то они там перегружали. Бус уехал. 8-8-8-4, буквы залеплены. 8-4. Где я, не знаю? Не знаю, я не бачу за колонами. Этот бус Вивара серый, поехал в сторону ВДНХ, центра типа. Мазда едет, куда-то едет, я постараюсь за ней, но я не знаю, ладно. Да. Ну, бусик. Да что-то такое непонятное, понимаете, перезагружали, и они без формы, те, что в этой Мазде. Все, ладно, я погоди. Давайте. Алло. Артем, они поехали в сторону ВДНХ, блядь, поехали. Да, я за ними еду в сторону ВДНХ, Мазда поехала. Давай бегом на светофоре, уже на следующем они. Юра, в сторону ВДНХ поехали, блядь, уже, выехала Мазда, уехала. Да їду ж, акуратно їду. Да нема, Колі нема на связи. Артем на связи, ментам это самое, созвонилися. С гайцами Артем созванивается, не знаю. Їдуть в сторону ВДНХ. Ну, вже ми вже практически до ВДНХ доїхали. Да. Пока по прямій. На Васильковську пока не поворачують, не знаю. Ну, дождь, ну, блядь, по идее, ні. Мазда шестерка, да, ВЧ-0624, я сзади неї, блядь, ну нема мене ким прикритися, короче, так і їду. Да. Да збанив, ну він щось каже, ми не могли їх задержати, там щось туди-сюди, я говорю, брат, ти що, гониш? Да, вона ударена, Юра, це вона 100%, він виходить з машини, це він, ударена в багажник зверху. Чуть-чуть. Ну це ж не те, мабуть, це якась друга. Ти знімає? Та знімає. На да. Да, прямо вот сейчас как раз возле ВДНХ, возле ВДНХ. Нет еще. Вот тут пробка, короче. Побачу. Ну, блядь, сука, він проїде. Не, слава Богу. Не проїхав. Так, а де ж це побач? Блядь, ударений багажник ззаді. Номера приклеєні тупо бумажні, блядь. Да. Домой, алло. Їдуть в сторону, приїхали в ВДНХ і їдуть по прямій по цій дорозі. Зараз проїжджаємо цей поворот на університет. Поняв, Васильковську проїхали, все проїхали, їдемо в сторону. Ладно, подивись. Що там? Один? Зай, не сильно дивись. Да. Ну нічого, їде, він прямо їде, я біля нього, все. Почти. Я тупо вид... О, кобра є. Ні, пока. Пока ні, ну вона доїде, їде, кобра їде. Все. Ну, ні, ще пока не останавлює, але він їх знайшов. Так, да, поворачує, хоче останавливати. Ну вони їх, ну зараз, вони за ними їдуть. Вони не будуть його це саме, ну відпускати, хоч не відпустять. Ага, ну СБУшники теж, короче, на связі, якщо що, зараз, я зараз йому зразу наберу, скажу, що їх встановила кобра і їм на це произведе. Вони, да, Юра дав номер, там, він мені дзвонив, я їм так. Хорошо. Алло. Подержись. Алло, ну по поводу этой Мазды. Смотрите, сейчас кобра за ними едет, то есть мы там кобру нашли, они едут, ну это спецподраздел, за ними. Мы сейчас проезжаем в гостиницу вот эту, Русь, или как, Гамир, отель Мир. То есть где их остановят, что нам дальше, дальнейшее действие, вызывать милицию или ждать вас, что говорить кобре. Мы сказали, что машина, ну то есть не совсем типа чистая. Не я, а там Артем подъехал, ну то есть по звонку.
Оп, он их остановил. Кому? Блин, он что-то им показывает. Не показывает. Ничего не показывает. Зай, нас снимай. Кобра в топ-2 вышла. Так что, мне подойти к кобре, дать телефон? Да не, наверное, не пойдет. Я сейчас лучше скажу, пускай наберут. Что нам дальше делать, скажите? Вот, мир, гостиница. Проехали в сторону автовокзала. То есть мы проехали ее. Так по прямой как ехали, так и ехали. Да, да, уже остановили. Ну, они что-то там начинают смотреть. Начинают что-то смотреть. Но я же знаю, какое дальше движение. Я-то могу, ну блин, чтобы они смотрятся с багажника. Да. Там люди в гражданском, короче. Хотя я его видел перед этим, возможно, возле Магеллана в форме. А он уже в гражданском. Вот этот, который... Да, 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 я еще там крутился, потому что я увидел и ехал. Закрыли багажник. Кого показывает? Закрыли багажник, разговаривают. Удостоверение что-то показывает. Просто разговаривают. Так что сказать? Что сказать этой? Что сказать кобре? Я скажу... Машину осматривают. Дать телефон? Ага. Ну так они же едут, мы их больше не словим потом. Да. Ой, этого вообще. Один ушел. Девушку, вывели девушку. Смотрят внизу под ковриком, что-то там где порожки. Кобра сейчас ищет, что начинает. Шапку одевает, девушка какая-то вышла сейчас с машины с ВЧ. Большая 24. Да. Руслан, очень плохо видно на камере. Ну плохо видно, значит не снимаешь. Я смотрю так. Не, нажми кнопку, хай снимает, а там красный горит. Да. Ага. Да они сидят, они вдвоем вышли, дело в том, что они вдвоем вышли, да. Тогда не надо, да? Хорошо, все, мне звонит, да, давайте. Ага. Вторую дверь, на заднюю пошел смотреть. Ничего не находит? Не знаю, не видно. Буранный спуститель.